Друзья, я приветствую вас на моем канале Лимонадова про ЗОЖ. Меня зовут Анастасия, я интегративный нутрициолог с 10-летней практикой. Самая главная, ключевая вообще фраза сегодняшнего выпуска – как правильно есть шашлык. Прежде чем перейти к теме, давайте мы с вами вот что обсудим. У нас с вами существует техника безопасности. При любом выезде на природу, встрече с друзьями, при каком-то походе в ресторан, кафе и любые другие общепиты, где непосредственно сам праздник будет очень тесно связан с большим столом, чаще всего блюда будут не сбалансированного питания, мы с вами должны придерживаться определенной технологии защиты своего организма от нанесения ему ущерба в виде переедания различных блюд. Так вот, у меня есть уже на канале интересное видео, как правильно ходить в ресторан, правила, которые нужно соблюдать, вы можете с ним ознакомиться. Ну а в этом видео коротко пробежимся по основным. Мы с вами должны всегда держать рацион дня, вернее его режим, в обычном формате, выпить норму воды свою, желательно, чтобы норма воды была выпита до 16-17 часов вечера. Вода поможет вывести все токсины из организма после богатого и такого застолья, который будет нежелателен для нашего организма. Также нормальный режим дня, обед, завтрак и ужин, или это будет, например, если у вас застолье и шашлыки будет в ужин, то обед и завтрак, если это будет у вас шашлык, например, в обед, то это должен быть завтрак вовремя, да? То есть таким образом, в любом случае, когда вы просыпаетесь, вы должны сначала нормально позавтракать и, соответственно, потом уже все остальные застолья. Значит, водный режим, нормальный режим питания обязательно у нас сюда входит, то есть по графику. Много зелени, очень много зелени, клетчатки, которая как раз-таки поможет вашему организму абсорбировать все негативные последствия невредной какой-то еды, которая вдруг вам попадет. А если вы менее осознанный человек, то, возможно, попадет в большом количестве. Если вы более осознанный человек, все же в меньшем количестве. В любом случае, нужно себя защитить заранее. Поэтому много зелени, много воды, желательно теплой, и, конечно же, нормальный режим. То есть вы должны вовремя завтракать, вовремя обедать. Это как раз-таки вам поможет потом не переедать. Это очень и очень важно. Ну а теперь переходим к шашлыку. И здесь я хотела бы сразу дать вам такую рекомендацию, да, услышать суть моих слов, потому что наш мозг устроен таким образом, он в корне не любит все то, что новое, он любит как вкусно ему, как привычно, как чаще всего не полезно, он не любит работать, он чаще любит лениться, и поэтому зачастую мы будем искать всегда оправдание тому, почему надо есть шашлык, почему надо пить молоко, почему можно есть сладкое, сахар и так далее. Мы быстрее найдем этому оправдание, почему можно пить литрами кофе, почему все-таки можно курить, и ничего в этом вредного не будет, почему все-таки не всем полезна физическая активность. Мы будем всегда искать какие-то подтверждения своей собственной лени, понимаете? Но так устроен наш мозг. Поэтому вам надо так научиться контролировать и сейчас всю информацию воспринять серьезно. И если хотите перепроверить, шашлык бывает разный, согласитесь. И не всегда это обязательно должен быть шашлык из свинины. В первую очередь я вам не рекомендую есть шашлык из свинин. Это самое нутритивное бедное мясо. Чаще всего тоже обколото гормонами разным, выкормлено на разных нехороших кормах. Само по себе свиное мясо, оно не несет себе никакой пользы, в отличие от той же самой баранины. Поэтому старайтесь вообще это мясо не использовать ни дома, ни в шашлыках, да, то есть ни в любом другом виде. Я все-таки вам рекомендую шашлык из баранины, либо вы всегда можете сделать шашлык из птицы. Почему нет? Это может быть индейка, это может быть грудка куриная, например, курица, да. Это в конце концов не обязательно конкретно шашлык на шампура, это может приготовленное быть птичье мясо на решетке. То есть используйте вашу фантазию. Очень классный шашлык из рыбы, из семги, из лосося, из форели. Прекрасная альтернатива мясному, да, шашлыку. Если все-таки это баранина, то это будет более полезно, чем свиной шашлык, поверьте мне. Поэтому вот это тоже очень важный момент, какой вид мяса вы будете использовать. Теперь давайте поговорим про красное мясо. Красное мясо, оно, конечно же, должно присутствовать в рационе, если вы не вегетарианец, потому что красное мясо имеет в составе своем более доступное железо для усвоения, двухвалентное железо. И я бы даже здесь сказала такой нюанс, что мы с вами еще будем много раз поднимать тему о железе, о важности уровня железа, да, в организме.
И благодаря железу запускается огромный ряд процессов жизненно важных. И фаза детоксикации, и работа щитовидной железы, и многие-многие другие вообще моменты. Сейчас речь не о железе. Но в то же время важно понимать, что красное мясо должно содержаться у нас не в ежедневном рационе, и я бы даже сказала, не в еженедельном. Достаточно один раз в неделю или, допустим, один раз в 10 дней делать гуляш из говядины или, например, делать какие-то стейки из баранины. Да? Чаще всего все-таки использовать рыбу, птицу, кролик. Прикрепляя ссылки к этому видео о научных исследованиях, где говорится о том, что красное мясо влияет на развитие рака кишечника, но это не означает, что все, теперь мы демонизируем красное мясо, это лишь только говорит о том, что вам нужно быть достаточно аккуратными. И когда у нас начинается череда шашлыков, то есть да, вот этот сезон открытий на даче, часто жарят и так далее, это не полезно. Это очень опасно для сердечно-сосудистых заболеваний, риска развития разнообразных новообразований в кишечнике. Все начинается, как правило, с полипов, и либо какие-то язвенные процессы начинаются, да, то есть повреждается слизистая кишечника, и не только кишечника, но и желудка в том числе. Более того, здесь я хотела бы очень сильно акцентировать ваше внимание на том, что с возрастом чаще всего выработка соляной кислоты снижается, и люди очень часто путают свои проблемы с желудочно-кишечным трактом, чувствуют изжогу или какие-то дискомфортные ощущения не от того, то, что кислотность повышена, а как раз-таки наоборот, за счет того, то, что кислотность снижена. Соляная кислота неправильно вырабатывается, ее недостаточно, а как мы с вами знаем, именно благодаря соляной кислоте расщепляется белок желудки, и вот эти как раз-таки именно мышечные волокна, которые очень часто мы видим в анализах в людей больными разными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в анализе на КАЛ, а именно КО-программа, вот мышечные волокна, то есть не переваренное мясо, не усвоенное мясо, да, это очень серьезный момент, поэтому мало того, что вам надо работать с уровнем кислотности, так вам еще важно помнить, что не всякое мясо потом еще у нас с вами усвоится, поэтому здесь, мои хорошие, я не запрещаю вам есть шашлык, но вы должны очень ответственно подойти к этому вопросу, то есть использование шашлыка в виде красного мяса должно быть крайне редко, и если вдруг вы даже пришли в гости или сами все-таки приготовили шашлык из той же самой свинины или, например, баранины, то я вас убедительно прошу, обязательно должна быть не порция картошки, не порция макарон или каких-то там еще дополнительно рафинированных углеводов, а именно свежая зелень, которая будет снижать оксидативный стресс вследствие избытка мяса красного в организме, да, и помогать потом вычищать кишечник и выводить все неусвоенное, непереваренное мясо, чтобы оно нигде у нас не оставалось, не гнило и не вызывало еще ряд воспалительных процессов и интоксикации в организм. На другой момент, который я хотела бы обсудить, что касается шашлыка, это его зажаренная корка. Это в этой корке содержится большое количество конечных продуктов гликации. Что такое гликация, я об этом расскажу обязательно в следующих видео. Сейчас только хотела бы дать вам такую наводку и дать вам такую информацию, чтобы вы знали, что конечные продукты гликации, они вредны для нашего организма. И как раз-таки содержится она не только в продуктах, богатых углеводами, сахарами, но и в то же время в виде вот этой вот румяной корки, не только на мясе, но и на сильно зажаренных запеченных овощах, гриль, тех же самых, да, на запеченном хлебушке, у которого такая будет обугленная вот эта вот корочка, да, то есть румяная зажаренная корочка содержит в себе большое количество конечных продуктов гликации, которые очень токсичны для нашего организма, наносят сильнейший вред нашим клеткам в виде сильнейшего окислительного стресса, разрушая структуру клетки и таким образом, накапливаясь в большом количестве, приводит также к серьезным последствиям. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя, как я уже сказала, используйте все рекомендации по организации своего дня. Режим дня, чтобы вовремя был завтрак, обед, чтобы у вас непосредственно было много зелени до того, как вы будете есть мясо, чтобы у вас было много выпито воды, а также, если вы хотите оставаться здоровым, сияющим, красивым и молодым, то обязательно вот эту вот корочку с конечными продуктами гликации КПГ убирайте. Я не шучу сейчас. Если вы хотите действительно быть здоровым и есть правильное приготовленное мясо, даже если оно будет много пережарено, вы можете оторвать эти корки, отрезать их и съесть без содержания вот этих вот корочек. Это будет намного полезнее. Мои дорогие, я надеюсь, что выпуск был для вас полезен. Я также хочу вас пригласить на мой сайт limonadova.ru. У меня есть
есть там меню о сбалансированном питании всего лишь за 590 рублей. В этом меню уже полно рекомендаций по питанию, есть список продуктов для данного меню, вы можете просто его взять, и там по граммовке все расписано на каждый день, закупить все, что потребуется, только по этому списку. Также даю там очень много ценной информации. Покупая один файл, повторюсь, всего лишь за 590 рублей, вы приобретаете классную шпаргалку на всю оставшуюся жизнь. Это меню не подойдет только для людей, у которых есть на данный момент времени серьезные желудочно-кишечные заболевания в фазе обострения, так как там есть свежие сырые овощи, салатики, да, и многие другие продукты, которые на данный момент вам будут не полезны, и их нужно в течение какого-то определенного периода времени лечения убирать, но это временно. Поэтому данное меню я всем рекомендую, поможет нормализовать углеводный обмен, поэтому переходите на мой сайт limonadova.ru, покупайте меню, а также забирайте подарки, которые я там даю в открытом доступе в разделе «Полезные материалы», там очень много полезной информации, берите гайды и пользуйтесь ими. Также на моем телеграм-канале мы ежедневно с подписчиками на связи, обсуждаем интересные разные темы, я провожу прямые эфиры, у подписчиков есть возможность задать мне вопросы, на которые я с удовольствием отвечаю, и также очень много изучаем тем на ежедневной основе. В телеграме я с вами каждый день, поэтому приглашаю, подписывайтесь, вся информация от меня там даром. Мои дорогие, я вас всех люблю, целую и обнимаю. До новых встреч. В следующих видео мы будем также разбирать много интересных тем, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, не пропускайте разные новые выпуски и обязательно поставьте пальчик вверх, если вам видео это было полезным.